Что ж, ребят, всем привет! Меня зовут Андрюган. Слендерина вернулась, как говорится. Ссылочку я оставлю в описании, чтобы вы сыграли в эту игру, ну, то есть Телеграм, чтобы вы с Телеграм скачали. Или ссылку на автора. Короче, так сможете скачать. Она плей. Ладно. Игру я не спойлерил, вижу ее впервые. Давайте-ка сразу вот так. То есть мы в какой-то канализации. Боже, как я обожаю фрагменты по слендерине. Так, ну... Ага. Да, конечно. Тут сейчас нужны нам всякие... Ты где? Ты чё, охерела? Блять. За звук прибавлю. Так, чё делать-то надо, а? Видимо, куда-то ходить. Угу. Опа, мои старые любимые. О, труба. На, ну вот, ничего. Привет, дверь. А, вот и он. Так. Люпили-пряту. Давай. Ага. Чё-то, короче, нет. Он хрен, блядь, работает. Нафига тогда он нужен? Я, конечно, все понимаю, то, что мы ходим. Хорошо. Ох ты. Ну, это уже что-то на грани напоминает. Тут нужен вренч. Блин, а если бы это было грани 4, я бы был в шоке. Я больше всего ждал Грани 4, а не какую-нибудь Слендерину. Хотя, ладно, пошутил, Слендерина это изящная игра. Но если бы здесь еще была Грани, я бы был в шоке. Может быть, на... Опа, старое знакомое фото. А это что такое? А, это типа пасхалочка. На разных ютуберов. Все понятно. Не зря же я скинул ее, да? Она, надеюсь, не придет на этот шум. Тут же нет никого такого секретного. Блин, игра детализированная. А сюда если зайти? Мне кажется, здесь что-то будет. А нет, это просто баг текстуры. Ну, если так подумать, то игра достаточно хорошая. Здесь и в принципе-то нечего смотреть. И все. Вот она как бы должна открыться. Короче, нет, не открывается оно. Тут даже присесть, кстати, нельзя. А для чего мне тогда этот вренч? Да, ну для чего-то пригодится. А может быть, кажись, я более понял. Ну, блядь. Сука. О. Все. Даешь проход. Кстати, Слендерина не появляется. Странная какая-то дурочка. Идем, идем. Нам главное здесь найти сейчас выход. Ключ. Понятно, старая схема, нахождение ключей. Как же я это ненавижу. Слендерина, я бы тебя за это даже убил. Я ненавижу находить ключи и думать, куда же их
пихать. Я, конечно, все понимаю, но главное дверь не увидеть какой-нибудь. Кроссбар! Да для чего он мне нужен, как вы думаете? А вот я помню. Почти, сука. Блять. Но, в принципе, если так, сука, подстань, я только о тебе заговорил. Думал, мы друзья, а ты на меня напала. Огород вонючий. Лучше ты жила по-своему, как и я. Это что значит? Это значит то, что я лох? Блин, только не говорите... О, блин, какое охлаждение. Ключ не пришлось тратить. Или мне я все-таки его потратил. Тут есть инвентарь или еще чего-нибудь? Да ё-моё! Да хоть засосись! Старая фоточка. Меня что, не напоминает, да? А вот не напоминает. Я понял, тут есть только двери с замками. Ладно, я потом зайду. Как-нибудь. Да где ты? Мне же ключ подходит. Неужели мне придется идти в это гнище? Тут есть еще и подвал. Игра детализированная. Господи. Разработчики. Опа. Блин, отвертка из первой части Грэнни. Ну а чё так? Блин, только не говорите, что в этом туннеле мы кого-нибудь встретим. Да вроде мы даже никого не встречаем. Мы даже очень хорошо с ним и общаемся. Туннель, приведи меня в нужное место. Я тебе деньги хоть отплачу. Хоть целый клад. Или это выход? Ну, что-то это даже на выход ни хера не похоже. Мне кажется, это похоже на больше всего на какого-то Майкла Джексона, блин. Да и вот. Дырка. Точно ли это? Да обкакайся ты. И чё? Всё заново? Блин, а мне так понравилось. Ну вы серьезно, что ли? Ну почему? Вот почему я ненавижу Слендерин. Блин, тут же нужен был лом. А чего я сразу-то туда не пошел? Я помню, как я играл. Я даже помню эту музыку, как я играл в Слендерину подвал. Я в тебя играл очень много. А ты мне так подвела. Ну, конечно, ты молодец. Ничего в тебе не скажешь хорошего. Ну, текстурки просто охуенные. Ну, спидран. Ключ находится только в одном месте. Тут, мне кажется, все только в одном месте. Блять, еще ты, блин, тут. Теория Поппи Плейтайм. Монстров тени. Ха-ха-ха-ха. Как смешно. Че, почему управление такое странное? Тут надо что, повернуть? Ну, блин. Тут, получается, все взято из первой части Грэнни. Как это мило. Короче, эту дырку надо чем-то заделать. Не буду же я все так оставлять. Так что мы это посмотрим. Ну и вот то самое место. Здесь всего лишь надо было бы поставить доску. Да, ну, конечно, ты молодец. Сейф Кей? Я думал, это уже подлог Кей. Мы же видели подлога. А куда тогда сейф Кей?
Ну, видимо, попу кота. Ну, я уже так и понял, блин. Что нам здесь не рады. Не, ну это, конечно, очень интересно, то, что игру надо проходить так уж долго. Но в любом случае, мы ее попробуем пройти. Да, короче, я думаю, на этом мы закончим, потому что я даже толком-то и не разобрался. Лучше посмотреть все на сначала прохождение, а потом уже проходить. Так что, мне кажется, я для себя даже буду спойлерить дальше. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока.